Наша компания нацелена на создание мобильного интерьера. И один из наших продуктов, скажем так, наш первый шаг, это гладильная доска, встроенная в настенное зеркало, которая в собранном виде занимает минимум пространства, в данном случае это 8,5 сантиметров от стены, и зеркало в полный рост, что тоже достаточно полезно в быту. Но буквально за считанные секунды гладильная доска уже готова к глажке. Конструкция достаточно надежна, нет риска, что ее кто-нибудь опрокинет из ваших домочадцев, а значит, она безопасна. Вот. И, естественно, за счет качественной комплектации и качественных материалов она достаточно долговечна. Мы компания-производитель. Конечно же, мы работаем в основном в оптовом сегменте, поэтому мы ищем потенциальных дистрибьюторов. Это могут быть как мебельные салоны, это могут быть сети торговые, товары для дома, может быть, дизайнеры или архитекторские бюро, где тоже могут использовать наш продукт в интерьере. То есть мы открыты для сотрудничества и в различных формах. Упомяну, что это первый шаг, скажем так, к мобильному пространству в доме и удобству и комфорту использования бытовых предметов. Безусловно, в дальнейшем есть некие наработки по созданию новых мобильных, казалось бы, уже обыденных вещей, но которым, возможно, будет подать в другой форме и более доступной, более мобильной, быстрой. Пока, к сожалению, это прототипы, а потому я пока не могу раскрыть их содержание, но будьте уверены, мы еще вас удивим. Преимуществ у продукта много. Если мы говорим, допустим, сравниваем с другими гладильными досками, то, безусловно, эта конструкция и надежнее, и долговечнее, она и удобнее, ее и легче, и быстрее подготовить глажки, и легче, и быстрее собрать, а главное, она экономит пространство, так как в собранном виде занимает всего лишь 8 сантиметров. Вы сами знаете, пространство сейчас для жилой площади стоит очень недешево, и поэтому, купив один раз такую гладильную доску, со временем, понимая, что каждый рубль потрачен на нее, себя оправдывает.